Очень приятно, спасибо большое, Кабужон Касимович. Очень приятно сегодня видеть всех наших делегатов. И спасибо большое, Владимир Мамович, Канат Сумбекович и, конечно, Садык Салихович за вашу поддержку. На самом деле, мы всегда проводим модель ШОС 2018 года как раз в рамках заседаний, перед заседаниями СГГ и СКП. И для нас тоже очень отрадно отметить факт, что модель ШОС изначально начиналась выпускниками Сколара и также УМЭД. Поэтому сегодня для нас модель также имеет особое значение и проведение ее в стенах УМЭДа совместно с Центром народной дипломатии. Каждый раз для нас очень отрадно видеть и для наших делегатов, что те решения, пункты совместного коммюнике, декларации, они также находят отражение в заседаниях глав государств и глав правительств. И эти решения, конечно, говорят о том, что молодежь также думает о развитии региона и смотрит на ситуацию в развитии региона ШОС целостно и уже мыслит не только в рамках своей страны, но и в целом в рамках нашей организации. И сегодня также мы очень рады подписать совместное соглашение, меморандум о сотрудничестве. Надеемся, что модель ШОС станет первым проектом пилотным нашего сотрудничества, и в дальнейшем у нас будет только больше проектов для молодежи нашего региона. И сейчас в Сколаре мы также работаем над созданием хаба в Ташкенте, хаба Сколара в Ташкенте, поэтому подключаясь к и поддерживая идею Владимира Мамовича о создании волонтерского крыла на базе университета, мы будем рады содействовать этой инициативе в рамках нашего хаба. И, конечно, хочется пожелать удачи всем делегатам. Вчера мы очень много репетировали. Помните, что наши дебаты, дискуссии, обсуждения, они в конечном счете имеют одну цель, и эта цель — это нахождение консенсуса. Поэтому сегодня мы все одна команда, мы мыслим в рамках региона, и я также призываю вас думать о стране, позицию, которую вы представляете, но одновременно также думать и мыслить в рамках нашего большого региона ШОС, потому что ШОС — это семья, и сегодня вы все ее представляете. Поэтому желаю всем делегатам удачи и хочу передать слово модераторам сегодняшней конференции, делегации от Узбекистана. Спасибо.